Накануне днем в Первоуральске под колесами грузовика с дерьмовой синей бочкой вместо кузова погиб человек. Второй пешеход, попавший под колеса ассенизаторской машины, сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии. Беда, попавшая под прицел видеокамеры наружного наблюдения, произошла на одной из главных улиц города, на улице Орджоникидзе, напротив дома номер один. По пешеходному переходу, регулируемому, надо сказать, двое шагнули на дорогу, на зеленый свет, и грузовик с дерьмовой бочкой буквально смял несчастных пешеходов. Как сообщил городскому порталу Е1, один из очевидцев трагедии, Первоуралец Владимир, проблема этого перехода в том, что зеленый свет загорается для пешеходов еще до того, как для автомобилей не погас зеленый. Хотя на съемках с регистратора видно, что прочие автомобили перед зеброй остановились, а синизатор же нет.